Друзья, всем привет! С вами Иное ТВ и наша рубрика «Обзоры на глюкофоны». И сегодня у нас обзор на линейку «Чакры». И, как всегда, с вами Млечная Кассандра и Алексей Грусниковский. Сегодня мы снимаем обзор на линейку глюкофонов, которая называется «Иной Чакрас». Что такое чакра, нам расскажет Александр. Чакры – это энергетические центры, которые расположены вдоль позвоночника человека, и их насчитывается 7. Сегодня мы расскажем вам о самой первой чакре, которая называется Муладхара. Муладхара – это корневая чакра, она находится в самом низу. Это мужская чакра. Да. И не только в этом ее свойство. Отвечает за безопасность, за устойчивую связь с землей и за материальные ресурсы. И как же ее можно прокачать? Кроме того, можно добавить, что человек, который обладает прокачанной чакрой Муладхара, отличается такими качествами, как терпеливость, усидчивость, трудолюбие и также хорошая физическая форма. А как же можно эту чакру прокачать? Чакру Муладхара можно прокачать следующим образом. Самое ключевое правило – это, конечно же, заниматься физическим упражнением. Кроме того, можно также прогуливаться, также способствует прокачке чакры Муладхара, и ходить босиком. То есть непосредственно связь с землей. Ну а если вам не подходит ни один из данных вариантов, либо вы уже их пробовали, у вас не получилось, то можете смело обращаться к нам за вот такой вот чакра-глюкофоном Муладхара. А в чем особенность настройки этого глюкофона? Глюкофон Муладхара настроен особенным образом на частоту 432 Гц. Если обычный глюкофон у нас настроен на частоте 440, то именно эта линейка настроена в частоте 432 Гц, которая отвечает... Это природная настройка, то есть все звуки в нашей Вселенной соответствуют этой частоте 432 Гц. Друзья, как вы уже поняли, линейка чакра состоит из 7 глюкофонов. 7 глюкофонов, 7 цветов, 7 чакр. Но сегодня мы рассмотрим, как вы уже поняли, Муладхару. Вот он, этот инструмент. Он красного цвета, покрыт именно красным лаком. У него 8 лепестков полукруглых. И посередине имеется вот такое вот изображение, гравировка чакры Муладхары. И все это в комплексе дает как бы полноценное погружение на чистоту этой чакры, то есть цвет, изображение и, самое главное, звук, настройка. Настроен он в потрясающей тональности пигме. Что означает древний африканский строй, именно пигмейский. Уже по самому названию понятно, что здесь есть некая связь с землей, с первозданной природой, так сказать, первозданностью. Пигмейский, африканский строй пигме. Ну что ж, давайте попробуем послушать, что же это за такой строй. Что ж, друзья, и начнем мы, как всегда, с гаммы. Я считаю, прекрасная настройка, умиротворяющая. Сейчас я продемонстрирую вам, как же он звучит в импровизации. Сразу представляю себя первобытных людей, силу бегущих, да, томящихся. Чувствуете, да? Мужскую силу в этих нотах. Я считаю, выше всяких похвал.
Друзья, а сейчас настало время нашего эксперта по пению птичек. И мы сейчас приглашаем к нам в студию Рубероид Константиновича Плеш. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. Очень. Ой, какой у вас красивый человек. Добрый. Какие у вас человек? Здравствуйте. Здравствуйте. Могли бы посмотреть вот на этот инструмент? Мне тебе нравится. Мне нравится. Ну, смотрите, смотрите. Чтобы раскрыть чакру, надо смотреть на изображение Муладхары. Вот здесь, как видно, Муладхара, вот прямо изображение. И сосредоточиться на самом инструменте, смотря в эту эмблему. Вот смотрите, видите, у меня глаза смотрят туда. Вон туда. О, смотрите. Так, друзья, я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний обзор на чакру Муладхару. Как вы помните, все глюкофоны можно приобрести на нашем сайте, который называется inoglucofon.com. Ссылочка, как всегда, в описании. Как вы видите, все 7 чакр у нас сейчас в наличии, как и многие другие глюкофоны. Поэтому заходите на сайт, смотрите, выбирайте себе инструмент. Не забудьте о том, что в каждой чакре идет комплект палочек и вот такой вот чехол. Спасибо доброй Александре на добром слове. И также грустному Алексею на грустном слове. Спасибо. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, колокольчик, комментируйте, пожалуйста, какие, может быть, у вас появились вопросы по чакрам, по глюкофонам и прочее. Пишите обратную связь, будем вам рады очень. Ну и спасибо, что смотрите обзоры наши, ждите новых. И до новых встреч. Всего доброго вам. Пока. Давай. Итак, поехали. Обзор номер 3 на чакры. Слышали, да? Как пещера какая-то. Печенье. Друзья, всем привет. Привет. С вами. Ты можешь просто помахать. У меня прилипло губа к зубу. Нужно прокашляться. Мне нужно прорабатывать свою шутку, поэтому это моя зона роста. Я дико извиняюсь. Продолжаем. Что еще можно добавить? Я натруснул. Просто. Миш, убери шкалку, пожалуйста, расставит. Шкалку можешь подвинуть Серегу, расставить? Ну и уже плохо. Так, а что у нас будет с экспертом? Секс-эксперт, кстати. Кажется, его Муладхара раскрылась. Что это я был доказать, друзья? Идиотизм. Чем быть рад, тут хорошо урон. Я уже представляю, как он сидит такой. С чехлом. Глюкофоном. Спасибо. Я сошел. Уходи, Саша.